Добрый день, с вами четвертое измерение. Сегодня наш обзор на модель Формула 1 Сенна Special Edition 2020 от люксового бренда Tag Heuer. Кварцевый хронограф создан в честь Айртона Сенны, как напоминание о длительном сотрудничестве гонщика с брендом, ставшей одним из самых знаменитых союзов в мире автоспорта. Айртон Сенна, быстрый и бесстрашный бразильский гонщик, всегда действовал на пределе возможностей, чтобы зрители могли наслаждаться гонками, полными накала и предельных скоростей. Новая модель нашего хронографа, оснащенного керамическим безелем с тахиметрической шкалой с меткой в 400 км в час, это отсыл к персональному рекорду легендарного гонщика, который составляет 340 км в час. Шкала на часах Формула 1 Сенна коллекции 2020 отличается от остальных моделей из коллекции Формула 1, у которых она обычно фиксирует максимальную скорость в 240 км в час. Данная модель с размером корпуса 43 мм из нержавеющей стали 316L с антрацитовым циферблатом и узором солнечные лучи, накладные индексы и стрелки с люминофором, ярко светящимся в темноте зеленым светом. Желтые элементы на счетчиках хронографа и безеля, как яркий акцент и отсыл к миру автогонок. Сапфировое стекло защищает циферблат. Под корпусом кварцевый швейцарский механизм, а на задней крышке гравировка гонщика в шлеме и надпись Special Edition. Уникальный браслет из сатинированных звеньев S-образной формы и раскладной застежкой с кнопками. Водонепроницаемость 20 бар и завинчивающаяся переводная головка позволят плавать, нырять в часах и даже погружаться. Стильные, яркие, функциональные, невероятно надежные часы для активных и целеустремленных людей. Спасибо за внимание. Под видео ссылка на данную модель на нашем сайте. Переходите, оформляйте заказ с бесплатной доставкой и услугой примерки. Также возможно оформить беспроцентную рассрочку на срок до 12 месяцев.